Здравствуйте, мои куколки! Очень рада встретиться здесь с вами в моем новом парфюмерном видео, которое называется «Парфюмерия по вашим заявкам». Я ее заказала именно по вашим просьбам. В недавнем видео я вам сказала, что если у вас есть желание и большая потребность заказать какой-то парфюм, но он дорог для вас, то я могу помочь это сделать 40% скидкой. Пишите мне для этого в Телеграме, либо на моей страничке ВКонтакте, я помогу. Поэтому некоторые мои преданные зрители, которые у меня ранее что-то покупали в особенности, мне написали, и я сделала вот такой заказ для них. После этого обзора я им все это отправлю, но решила сделать видео, потому что мне самой очень интересно, что вы хотите носить на себе и что вы заказываете для своих мужчин, как вы хотите, чтобы от них пахло. А для меня это очень важно, я хочу быть с вами еще ближе. Также это прекрасная возможность для меня открыть новый аромат, поэтому о них мы сегодня с вами поговорим. Вся сегодняшняя парфюмерия была традиционно заказана в магазине парфюмерии и косметики Рандеву. Все ссылочки я оставлю для вас в описании. И также традиционно свой скидочный промокод на 10%, который суммируется со всеми скидками и акциями на сайте, распространяется на весь ассортимент. Он постоянный, многоразовый, называется 10 Love Shop. Запомните его и применяйте при всех своих последующих заказах. И давайте не будем затягивать, начнем, приступим, собственно, к нашей сегодняшней парфюмерии. И первый аромат, который мне очень хочется рассмотреть, называется Ксерджов Италика 2021. Это восточный гурманский аромат, унисекс для мужчин и для женщин. В роскошном таком богатом флаконе он находится, бордового цвета, с золотыми вставками, с золотистой крышечкой. Вообще, этот бренд славится именно такими гурманскими, необычными, вкусными ароматами. У меня эта версия 8 мл, и это действительно очень вкусный, очень необычный аромат. Вам захочется его съесть или выпить, потому что открывается он молоком, миндалем и шафраном. Очень красивое молочно-миндальное сочетание и немножко такой пряный шафран. Средние ноты здесь тоффи, то есть такая вкусная конфета, плюс бурбонская ваниль. Базовые ноты сандал и белый мускус. У меня уже в хорошем смысле слова кружится голова от этого аромата. Насколько он потрясающе вкусный. Такое ощущение, что ты вдыхаешь какое-то печенье. Шафран этот здесь какой-то необыкновенный. Причем даже здесь как будто бы корицу чувствую. Наверное, этот коричный привкус, да, от шафрана, собственно, отходит. Боже, какое-то невероятно вкусное печенье. В общем, от вас будет пахнуть очень вкусным печеньем. Вас все захотят съесть. Все будут как коты возле вас тереться от этого аромата. Оленька, спасибо, что подарили мне такие новые для меня ощущения. Это потрясающе. Потрясающе вкусно. Это очень мягко, тепло, сладко в хорошем смысле и очень-очень вкусно. Следующий аромат от Ксерджов называется Тони Моли Манки Спешл. Это цитрусово-древесный аромат, который также является ароматом унисекс, подойдет для мужчин и для женщин. Стальной у него серебристый такой, достаточно грубый флакон, ничего здесь особо женственного нет. Флакон подходящий действительно для того, чтобы стоять и на мужской полке тоже. И это холодный, брутальный, алкогольный аромат, который открывается ромом, маракуйей, бергамотом и геранью. То есть, да, он достаточно грубый, он достаточно жесткий. Если вы хотите придать себе твердую уверенность, если вы хотите отпугнуть и запугать всех ваших врагов, немедленно орошайте себя этим ароматом. Закажите его хотя бы в пробнике, и вы будете устрашать абсолютно всех недоброжелателей. Средние ноты здесь пачули, корица, кожа и болгарская роза. То есть, представляете, крому и герань еще добавляется пачули, добавляется корица и кожа. Господи, сколько здесь брутальности и характера. Если вы девочка, вы будете просто тигрицей в этом аромате. Если мужчина, ну да, таким. Кто в доме хозяин, я или тараканы? Базовые ноты здесь карамель, ваниль, бобы танка, лабданум, сандал, серая амбра и мускус. Вроде как необычно, да, здесь то, что вмешивается карамель, но она здесь разбавляет немножко вот все эти такие хищные, агрессивные ноты. Все становится мягче благодаря, опять же, ванили, сандалу. Немного, да, смягчается, потому что вначале-то это прям была жесть жесткая. При всем при этом аромат красивый, аромат интересный, аромат богатый, абсолютно нетривиальный.
и стоящий внимания. Оленька, еще раз огромное спасибо. Вот сейчас он становится для меня таким комфортным. То есть он успокаивается прям так прилично к концу. Но вот все эти его грани, все эти его переливы по-прежнему слышны. Аромат, несмотря на такое большое количество разных кричащих нот, является целостным, обтекаемым. Нет здесь какого-то хаоса или сумбура, да, когда вы его ощущаете. Очень красивый аромат. Прям вот не могу оторваться от блутера. Какой-то очень манкий и притягательный. Ботега Венета. Аромат для женщин. Также по просьбе своей прекрасной зрительницы Оленьки я заказала, и мы с вами имеем возможность созерцать полноразмерный флакон. Аромат этот шипрово-цветочный. Он позиционируется как исключительно женственный, но я здесь слышу не слабый такой характер в нем. Флакон красивый. Говорила вам, что очень похож по дизайну на Лилабо. Этот аромат, опять же, с характером. Опять же, непростой. Оля у нас, похоже, любит непростые, не классические, не тривиальные ароматы. И она подарила мне целую гамму новых ощущений. Спасибо еще раз огромное. Мне нравится этот аромат. Я вдыхаю его, я не могу остановиться. Он очень притягательный. Здесь большое количество пачули содержится, мои нелюбимые ноты. Но они здесь какие-то такие классные, что очень хочется быть вот этой вот кожано-пачулиевой повелительницей. Кстати, очень важно отметить, что этот аромат совершенно по-разному звучит от блотера, от крышки и от кожи. Он совершенно по-разному раскрывается. То есть разное звучание он будет давать на одежде и на коже. В общем, покупая один аромат, вы будете иметь как будто бы два. То есть, да, можно чередовать на одежду, на кожу, распылять на волосы. Да, здесь розовый перец и бергамот. Собственно, этими двумя нотами стартует этот аромат. В середине здесь жасмин мягкий, но мы сразу же через все эти верхние ноты слышим нижние ноты, потому что они здесь яркие, они здесь такие прям в хорошем количестве. Это кожа, дубовый мох и пачули. И это три достаточно мужественных и характерных ноты. Но жасмин здесь и розовый перец плюс бергамот — это более женственные ноты, поэтому этот аромат какой-то вот такой вроде женственный, но вроде с характером. Чем больше слушаю, тем больше нравится. Конечно же, это не дневной аромат, это не офисный аромат, это не аромат на каждый день. Это аромат под настроение. И опять же, в то место, где вы хотите заявить себя как сильная натура и показать свой характер. Следующий аромат называется Люмери Бланш Альфактив Студия. Аромат унисекс, древесно-пряный. Я его протестировала однажды в распаковке, не видя нот. Сказала, что он для меня больше мужественный, он для меня очень горький, очень агрессивный. А сейчас мы с вами подробно о нотах поговорим. Да, действительно, такой унисекс, больше уходящий даже в мужественность. И флакон вполне подойдет для того, чтобы пребывать на мужском каком-то столике. 15 мл у меня здесь флакон. Я, опять же, останавливалась на его дизайне, отметила его дизайн. То есть, вроде бы, женственный вот такой перламутровый элемент на крышке, но крышка сама черная, дизайн лаконичный и немного опаловое содержимое. То есть, видите, оно такое немножко выбеленное, не чисто прозрачное. В общем, это сочетание и дает нам унисексовый дизайн, универсальный. Опять же, в крышке этот аромат звучит определенным образом, на блотере он звучит совершенно по-другому. На коже он звучит третьим образом. В общем, как хотите, тестируйте его, откуда звучание больше нравится, оттуда и носите. Верхние ноты здесь очень жесткие и очень пряные. Все три. Кардамон, звездчатый анис и корица. Кардамон и звездчатый анис — две мои нелюбимые ноты в парфюмерии. Опять же, это видео у меня является сугубо авторским и субъективным, поэтому я рассказываю вам, нравится мне или нет, что я здесь конкретно чувствую. Поэтому, да, кардамон, звездчатый анис — мои две нелюбимые ноты. И плюс еще корица, то есть огромное количество пряности здесь на старте. В средних нотах нас встречает миндаль, кашемировое дерево и ирис. Все довольно мягко и красиво. Кашемировое дерево придает бархатистости этому аромату, такой немножко мягкости. Миндаль — очень красивая нота в парфюмерии. Она содержится в таких ароматах, как Tom Ford Loose Cherry. Миндаля там много и вот придает вот такой манкости этому аромату. Ирис здесь такой хороший пудровый. И хорошо, кстати, здесь также запудривает это все и кашемировое дерево. База здесь древесно-мускусно-бобы тонковая. То есть получается, что этот аромат стартует грубо, стартует мужественно, стартует пряно. И чем дальше к низу, тем больше он успокаивается. И да, сейчас я вполне могу его вдыхать. Он для меня очень приятный.
приятный. Он сейчас для меня вполне носибельный, да, действительно, я бы теперь уже не назвала его больше мужественным, да, ароматом. Для меня, да, он вполне носибельный теперь и для меня. И он какой-то такой, что-то в нем такое содержится, опять же, что хочется его вдыхать, не останавливаясь. Оля, как вы нашли такие ароматы? Какие-то сумасводящие. Как вам это удалось? Это, конечно, талант. Следующий аромат очень популярный и любимый гурманами и парфюмерными маньяками Ксерджов Крустель Сур 2. Это древесно, цветочно-мускусный аромат с ярким фруктовым стартом. Причем эти фрукты сугубо тропические, такие необычные. Это очень-очень необычный аромат. Из-за вот этого вступления я ничего подобного еще никогда не слышала. Итак, верхние ноты здесь манго, гуава, ананас и яблоневый цвет. И манго здесь звучит так красиво, так сочно. Это спелый манго. Именно тип здесь оранжевый манго, они разные бывают, да? Гуава здесь такая красивая. Ананас, я его терпеть не могу в парфюмерии, но он здесь звучит потрясающе. Яблоневый цвет здесь придает такой теплой цветочности. Обволакивает все эти три первые фруктовые ноты. Средние ноты здесь черная смородина, экзотические цветы и лист фиалки. Какая же здесь красивая черная смородина. Какие же здесь прекрасные теплые цветы. Никакой кислости, все так приятно, и лист фиалки здесь все запудривает. База здесь молоко, сухофрукты, мускус, ветивер и кедр. Тоже все очень красиво, очень вкусно. Никаких здесь пряных нот, никаких здесь грубых горьких нот. Для меня это гурманский аромат, для меня это тропический аромат, это фруктовый аромат. Мне он очень нравится, хочу его в свою коллекцию, не могу. Почему у меня еще нет этого аромата? Кто-то мне писал в комментариях, что... Я слишком часто так говорю, я буду теперь это говорить в каждом видео. А то ишь, ты придумали будут мне тут еще говорить, сколько раз мне что произносить. Да, Оленька, спасибо огромное за такой прекрасный аромат. Я бы его ни за что, наверное, не открыла, если бы не вы. Очень-очень-очень его хочу. Следующий аромат черри от Max Philip. У меня это самая большая версия, 100 мл. Ириночка, ждите, скоро этот парфюм отправится к вам. И я думаю, даже завтра с утра наконец-то я держу полноценный, полноразмерный флакон благодаря вам в виде вишни, да, и по форме, и по цвету. Это очень красиво. Флакон тяжелый, совершенно непрозрачный, и это будет беречь его от солнечного света. Крышка тоже очень тяжелая, металлическая. Такое ощущение, что с магнитом, да. Он такой легкий, здесь лайтовый, но он здесь есть. Я вам говорила неоднократно, что этот парфюм является бюджетной версией Tom Ford Lost Cherry. То есть, если вы мечтаете о Lost Cherry, но видите, какая там сумасшедшая цена, вы можете спокойно заказать этот парфюм. И поверьте мне, никто не будет прям так досконально вслушиваться и говорить, ой, а здесь, например, вот одна нота из базы, она вот в середине в Tom Ford Lost Cherry, потому что здесь практически те же самые ноты, ну да, они немножечко здесь по-другому стоят, но здесь та же вишня, тот же горький миндаль и тот же ликер в основном, в центре. Они здесь лидирующие, а вся остальная пирамида уже выстраивается вокруг этих трех нот. Да, здесь слива тоже очень хорошо заметная, она вот, наверное, больше всех здесь присутствует, да, вот этих вот фоновых нот. Турецкая роза здесь мягкая, жасмин самбак мягкий, ваниль здесь очень красивая, перуанский бальзам, он здесь дает вот такой вот томности, тягучести, сложности этому аромату. И хорошо его закрепляет и на одежде, и на коже. Бобы тонка, сандал, корица, пачули, бензин, ветивер, гвоздика в виде пряности и кедр. Да, мы все хорошо знаем, какая красивая, дорогая, роскошная, богатая пирамида у этих двух ароматов. Сейчас я вдыхаю прям настоящую вишню. Как будто бы я ее ем с ликером. И это так вкусно. Это так роскошно. Это так томно и так потрясающе сексуально на зиму. Это аромат унисекс, но для меня он все-таки более женский. Не знаю, как бы пахла вот такая вот прямо вишня вкусная, да, хоть и грязная, но мужчине это очень-очень сильно красиво. И остаются у нас два мужских аромата, чему я очень рада, потому что мы немного времени совершенно с вами уделяем мужским ароматам, а среди них же тоже огромное количество очень красивых. Но поскольку у нас здесь женская аудитория, мы заботимся больше о том, чтобы приятно пахнуть самим, хотя у нас у всех есть вторые половинки, да, и часто мы покупаем им парфюм самостоятельно.
самостоятельно, потому что главное, чтобы нам нравилось, правда ведь? И вот моя подруга попросила мне заказать для нее в качестве подарка на 23 февраля вот этот прекрасный парфюм 212 VIP Black. Я его не встречала до этого, ну, как-то не интересовалась особо мужской парфюмерией, но после того, как я его вдохнула, я в него просто влюбилась, я сошла с ума, он меня покорил. Это очень сильно сексуально, это мужественно, при этом это понятно. Это люкс, он очень универсальный. Он нравится абсолютно всем. Он сводит с ума абсолютно всех. Если мы смотрим нишу, да, какой-то унисекс, либо мужские нишевые ароматы, они в основном какие-то сложные. С ноты табака, с ноты какого-нибудь там кардамона. Я не знаю, мне все-таки нравится люкс и в женской парфюмерии, и в мужской парфюмерии, поэтому этот аромат на 100% попал в меня. Это у меня тестер, потому что цена была сильно ниже, чем у обычной версии, но флакон абсолютно такой, как не у тестера, и флакон очень красивый, обтекаемый, мужественный, правильной формы, такой прямоугольник. Здесь амбре из прозрачного в черный, но я об этом уже говорила. Крышка здесь на магните. И давайте, собственно, о нотах поговорим. Этот парфюм фужерный. Открывается он абсентом, анисом и фенхелем. Только что Олеся сейчас сказала, что в люксовой парфюмерии простые, понятные, тривиальные ноты. Да, а именно абсент, анис и фенхель. Мы же их повсеместно просто встречаем в люксе. Средняя нота одна, это, конечно же, лаванда, это мужская нота, очень красивая. И база здесь черная, ваниль и мускус. Никакой кожи, никаких пачулей. Это все очень-очень притягательно, сексуально. Мужчины, я знаю, вас ровно 3, кто смотрит мои видео. Вы мне все пишете во ВКонтакте, я вас всех знаю в лицо. Если вы хотите свести с ума меня и какую-нибудь другую женщину, вы можете купить этот парфюм. Плюс ток обаянию вам будет обеспечено. Некоторым, кстати, моим зрителям, ну прям вот отдельным единицам, не нравится, когда я начинаю как-то вот так говорить. Они говорят, что это понты. И мне очень жаль, что вы не понимаете вот вас вот несколько единиц, что это совершенно не понты, а что это шарм и не пресность. Последний аромат на сегодня также у нас мужской от бренда Calvin Klein, Эйфория Мэн. Тоже моя подруга попросила заказать ей 100 мл, здесь это не тестер, причем аж 2 флакона я для нее заказала, так сильно ей нравится этот аромат. И это древесно-фужерный аромат, тоже очень красивый, мне он понравился. После того, как я его вдохнула, я бы тоже с удовольствием на своем мужчине его ощущала, мне бы очень все это нравилось. Лаконичный флакон, тоже я абсолютно за такой дизайн, все здесь. Здесь в правильных линиях классная. Здесь крышка, хоть и легкая пластиковая, но все как-то вот лаконично, да, смотрится. Никакой перегрузки в плане дизайна, никакой лишней шелухи. Опять же, цвет содержимого мне очень нравится. И здесь стартует этот аромат имбирем и перцем, то есть таким достаточно двумя тяжелыми характерными нотами. И мы сразу же чувствуем, что мы вдыхаем мужика, когда слышим этот аромат. Хотя этот аромат более мягкий, чем прошлый, и он более тихий, чем прошлый. То есть прошлый прям яркий, такой классный, броский, сексуальный, но при этом очень приятный. Здесь все мягко. Здесь черный базилик, шалфей и кедр в середине, и это очень сильно красиво. Обожаю базилик, обожаю шалфей, и вот эти две ноты сюда влились, и да, это очень привлекательно для меня. Кедр здесь мягкий, и в базе здесь амбра, замша, бразильские махагони и пачули. Пачули здесь мягкие. Да, вообще такой приятный аромат, знаете, для такого хорошего мальчика, для такого уютного, покладистого, угодливого. Я не чувствую на каком-то брутальном каком-то негодяе вот этот парфюм. Явно нет. Вот для хороших парней. Вот в хорошем смысле этого слова, вот сейчас, если откинуть, да, весь мой сарказм и шарм. Вот если вы хороший парень, прям хороший парень, и вы ищете хорошие, нормальные человеческие отношения. Никаких качелей, никаких игр, никаких манипуляций, никакой тирании, да, и вы хотите показать всем, что вы хороший парень, то вам очень подойдет этот аромат. Окружающие девушки будут за версту чувствовать, что вы прям хороший, такой надежный, уютный. И с ней вы мягкий, вроде мужественный,
но с ней вы мягкий. Поэтому да, вот это роман для хороших парней. Тот, если больше такой сексуальный, более для каких-то бруталов таких, то этот прям для хорошего парня. Очень уютный, очень-очень-очень приятный. Ну вот и все, сегодняшний обзор подошел к концу. Надеюсь, вам он понравился, надеюсь, вам понравились переливы моего настроения и выражение моего шарма. Все эти проявления и составляют меня. Бываю я очень разной. Как и мы, собственно, все. Мы все живые люди. Все, спасибо вам большое за то, что посмотрели это видео, за то, что были со мной. Я буду стараться для вас и дальше. Будем открывать с вами новые интересные ароматы. Моя рубрика о бюджетной парфюмерии продолжается. Вы видите, я вот выбираю, собственно, пробники для следующего обзора. Пишите, пожалуйста, что-нибудь хорошее в комментариях. Пишите об этих ароматах, если вы их знаете. Оленька, Ирина, спасибо вам огромное за возможность протестировать такие красивые, необычные ароматы. Галечка, куколка моя, чуть не забыла про тебя. Завтра увидимся. Не забывайте, пожалуйста, разворачивать описание, чтобы найти все лежащие там ссылки, а также обязательно пользуйтесь моим скидочным промокодом на 10% на рандеву. Он вам даст хорошую скидку. Постоянно у меня бегают глаза, хочется мне смотреть на себя. Такая сильно красивая женщина, господи, глаз от себя не могу оторвать, несмотря на то, что мне тут пишут, ой, вы так изменились, вы такая была раньше милая, сейчас вы не милая. Ну вот, такая, какая есть. Опять что-то я тут модничаю сегодня. Что за настроение? Так, все, ладно. Собрались, сделали серьезные лица. И только о парфюмерии. Вот, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал на YouTube, на остальные мои каналы, на все мои соцсети. Ставьте, пожалуйста, этому видео лайк, если я еще этого не сказала. И ждите выхода моих новых роликов. Я буду для вас их уже делать с огромным удовольствием. Будем искать все самое красивое, самое ароматное. Всех люблю, целую, обнимаю. Увидимся в следующем видео. Всем до скорых встреч.